Мы не только хотим создать, вот сейчас конкретно мы говорим о 100 рабочих местах, мы хотим инвестироваться в обучение и в высшей школе, и в специальном образовании. Мы хотим выращивать ребят, там, инвестируя 2-3 года в обучение. Нам наиболее важно то, что потенциал в Удмуртии, как вот я сейчас услышал термин, месторождение инженеров, да, потенциал Удмуртии как такого IT-региона, он будет здесь, я считаю, что раскрыт, и наши возможности за счет этого проекта в том числе будут, значит, усилены. Спасибо огромное. Я 24/7 на связи. Я через палец сейчас дошлю мобильный телефон в любое время. Если ему не дозвонились, мне никаких проблем, там, без этих там бюрократии, без всего, сразу напрямую, если я готов. Ладно? Спасибо. А мы фоллоуап сделаем.